Также хочу показать вам новое худи. У Андрея вышло новые худаки вот такие. Так что, если вам нравится, свайпайте. И по промокоду BILOMI101 будет вам скидочка. Еще дополнительное качество очень сильно улучшилось. Это меня очень радует. Короче, я готов. Толстовка есть новая, как бы. Воняет не саками и не саке. Все, завтра я готов к поездке. Я завтра еду, лечу в Амстердам. Мы летим на 4 дня с друзьями. И будет круто! Это моя мечта. Я никогда не путешествовал. Никогда, ну, Египет не считаю в детстве глубоком. Это первая моя поездка за очень-очень долгий срок в Европу. Я обязательно буду снимать видео. А сейчас я иду спать! Ребята, всем с добрым утром. Вот знаете, люди говорят, как встретите Новый год вообще вот этот, все вот. Так его и проведешь, так и я проведу его. Буду записывать истории, видео снимать. Вот так это! Делаю маску, которую мне подарила Лиза на Новый год. Подлиза! Вот, и буду собираться, собирать свой багаж, портфель, и все, Европа ждет, или нет. Если вы не помыли перед Новым годом свои грязные эти жопы, то, блядь, помойте! Новый год нужно в чистоте снимать! Это, с Новым годом собаки вас! Аф! Народ делал самый лучший подарок для меня! Самый лучший подарок! Обычно так воняет канализацией, блядь, пить. Надо эту щелочку на носу носить. А сейчас, представляете, не пахнет. Надо отдышаться просто. Но я очень рад, что Дед Мороз как бы подарил мне этот канализацию, прочистил. Очень приятно, очень. Ребята, я помылся, надел толстовочку, и я как будто всю ночь в шахте, блядь, работал, а не спал. Вы посмотрите. Ебануться, блядь! Ёбнешься! Вот это тортилла! Пиздец, пойду в шахтеры! Так, показ у нас открывает Данил Комков! И что это за блядская дорожка? Чё это за хуйня? Данил потратил 70 тысяч, и ему нечего одеть. На, блядь, хуйню какую-то купил. Здравствуйте. Данил, это, ну, надо разбирать, как бы, в новом-то году. Да, согласен. Да. Новые кроссовки. Ждем баню. Данил, если мы через 8 минут не выйдем, то мы проедем самолет. Вызываем такси. Еще, ребята, мы прилетим в 22:30, и мы не знаем, где мы будем жить. В коробке, наверное, блядь. На виолончели играть. Да, Данил? Да. Реально, я сейчас без пиздежа. Это не блогер. Какой кошмар! Человек-паук! Это как так жить? Пипец, у вас везде пауки! Капец! Пипец! Бомбы! Вонючки! Здравствуйте! А мы идем в Амстердам укуриваться в хлам. Уху! Yeah! Вас обманули, молодой человек. Мы не едем обкуриваться в хлам. Мы просто там встреча выпускников у нас в Амстердаме. До Парижа. Мы сами там родились, я хэппи-хиппи. Приходится сидеть в люксе. Посерединке, блядь, всего нахуй. Передавила. Сейчас сраться под себя буду. Ну ничего, зато все видно сеть, хорошо. Сеть пропадает. Сейчас, ребят, мы до аэропорта ехали, как будто до Амстердама. Ебанешься. Ой, сейчас задавят нахуй. Каючка красивая, не могу. Такая красивая, ебанешься, украсили, блядь. Охуеешь. Очень красиво. Ребят, смотрите, какая такса милая. Такса милая. Такса. Коля, это такса. Это, ребят, когда я в прошлый раз был в Домодедово, года два назад, тут лучше был. Как-то тут вообще уже это пыльно. Ой, побежали, на Новый год опаздываем. Все бы ничего, но это вот супер странные факты и аргументы. Как эта хуйня держится? Мы как бы в аэропорту, и тут все летает. Девушка говорит, сейчас взлетим все на воздух. Мы такие, ну да-да, мы летим, взлетаем. Ребят, нам кассирша говорит, у вас виза закрытая, и вы не проедете. Я такой, как? Ёб твою мать, ебучие чебуреки. А потом она сказала, что вы ни разу просто не летали, и поэтому она называется закрытая. Она оказывается открытая. Ребята, в бизнес-зале евростандартном много лучше. Здесь бургеры, здесь оливье, блядь, с Новым годом. Давай щелкнемся. Стук, с Новым годом.
Тетка сейчас подсматривает. Да-да-да, мы сейчас съедим. Ребят, мы думали набухнемся, а тут только пиво бесплатно. Мы говорим, девушка, в крысу украдите нам бутылку. Она не хочет. Ну ладно, с Новым годом, девушка, за вас. Так не люблю пиво, пипец, после так рыгаюсь. Вы бы знали. Пипец, ребята, вы посмотрите, как будто похороны. 31 декабря нужно это, радоваться. Ура, с Новым годом. Ой, по-русски-то тут не говорят же. Hello, хэндехох. Здравствуйте, люди. Только что выпил пиво, нормально торкнуло. Вообще пиво не люблю. Пришлось вливать в себя. Торчнуло нормально. С Новым годом, собаки. Ой, с Новым годом, собаки. Ас. Peace out. Out peace. Пипец, только что узнал, что какая страна существует. Швейцария. Пипец, только живу, ни разу не знал, что такая страна существует. Швейцария. Ой, Швейцарию. Швейцарию. Ты рассчитывал на чудо, но по-прежнему ничем. Цифры 20-18 не решат твоих проблем. Старый дед в цветном халате наплевал на всех детей. Адский звук бьющих курантов, Новый год в нашей стране. Ребята, мы летели думали полтора часа будем лететь, в итоге мы летели три. Что там, с кем ты сидел? Да с какими-то придурками из России. Говори быстрее, что они сказали? Вот так вот. Охуеть, мы не в России. Мы не в России, представляете, молодой человек. Я вообще в ахуях. Пиздец, выехали. Пиздец, ребята, тут такое все иностранное. Ёб твою мать, посмотрите, какие буковки. Ебануться можно. Еб твою маму. А БВГД? Это посмотрите, это полный джинглбеллс. Полный джинглбеллс. Я уже вот внюхаю этот запах иностранной не валюты, а духа. Такие все добрые, ёб. Вот девочки прокладки с собой провезли из России. Вот их шмонают теперь. Пипец. Капец просто полный. Ребят, короче, мы должны были выйти на пересадку. Мы опаздываем. На нас так все странно смотрят. Господи, пиздец, ну ебелинская рожа. Мы опаздываем, пиздец. Ай, би. Это знакомые буковки? Ребят, мы уже летим. Вот нам такие бутербродики дали. Багетики, блядь. Очень интересные. Вот такое венцо из Дикси, блядь. Пиздец, из Пятерочки. Очень много места. Обзор на помещение, блядь. Открой эту хуйню. Бля, эту штучку. В тесноте, да не в обиде. Пойдем, смотри, открой вид там красивый, покажу. Открой. Вот это да. Супер. Ох. Вот сейчас спалю. Она говорит, не надо тут снимать. Ребята, всех с Новым годом! Мы прилетели в Амстердам. Вот, идем уже к валидному месту. С Новым годом! У-ху. Всем так было похуй в самолете, когда мы заорали с Новым годом. Ну а что, блядь, надо же отмечать. Ребят, видите очередь? Это все очередь на такси. И, типа, она не заканчивается здесь. Она продолжается там еще за автобусом этим. Ебанешь ты, кто последний, блядь. Ребята, мы в Амстердаме еще раз. Тут, не знаю, блядь, очень странно. Людям вообще на тебя похуй всем. Мы не можем вызвать такси, сейчас пытаемся. И вот, и поедем в отель. Ебать, когда день? Из Москвы как будто не уезжали, блядь. Бургер Кинг, блядь, что там еще у нас есть? Старбакс. А сюда, я как понял, нужно заходить в центр и загадывать желание. Так что за вас всех загадаю. Счастливой жизни, чашечку кофе, пожалуйста. Тут полиция на гробовоз. Если побежишь, они догонят. Просто пиздец. Ребят, мы не можем найти такси. Уже часа два. Ходим, ищем бомбил. А они здесь наебывают. Говорят, 30 евро для одного человека. Извините, идите-ка вы нахуй, блядь. Убер бизнес класс стоит дешевле. Пипец. И мы едем в какое-то бомбили по счетчику. Он сейчас нас по-любому наебет. Мы спрашиваем, сколько будет. Мы говорим, сколько будет стоить? Он говорит, ну вы садитесь, садитесь, блядь. Мы тут его сели, блядь. Оп, твою мать. Пиздец. Ребят, смотрите, как деньги бегут. Уже 4 евро. Уже.
Ну да, тут салюты начались сейчас. А, ребят, Новый год здесь только сейчас, в 12. Так что мы сейчас едем еще до отеля и будем отмечать. Ребята, с Новым годом! Ёб твою маму! Так травой везде воняет. Ребят, здесь народа очень мало и куча салютов. Мы такие думаем, а где салюты? А вот, блядь, салюты. Это единственные живые люди, которые сейчас здесь на улице. Пиздец. Данил занимает. Она просвечается, блядь, Данил. Ребят, мы приехали, заселились, тут так Wi-Fi не работает. Ребят, вот настоящий Амстердам. Очень круто. Пиздец. Блин, ребят, здесь очень круто. Смотрите, сколько народа, все отмечают Новый год, что-то взрывают, там костер горит. Ебанись. Мне не верится, что я сейчас здесь.